Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. На реке Сейм города Курска состоялись учебно-методические сборы водолазов аварийно-спасательной службы. В рамках мероприятия проверялась готовность к работе в зимний период. Облачаясь в водолазное снаряжение, специалисты совершили погружение в воду. В это время проводилась проверка связи с тем, кто был под водой. Подобные сборы проводятся дважды в год, перед летним купальным сезоном и в преддверии зимнего периода. Практической частью предшествовала сдача экзаменов по нормам безопасности. Ну, как минимум, отсутствием страха к глубине, это самое важное, отсутствие страха к замкнутому пространству, ну, физически подготовлен, психологически тоже, ну, и плюс должен быть профессионально подготовлен и быть хорошо, крепко уверенным в своих товарищах, вот, коллегах, которые обеспечивают спуск, потому что если что-то пойдет не так под водой, они единственные, кто смогут тебе помочь. Страхующий водолаз на берегу веревкой подавал знаки, которые понятны исключительно людям их профессии. Сегодня в Курской области насчитывается 3 группы водолазных работ, 2 в Курске и 1 во Льгове. Также ежегодно проводятся смотры конкурса на звания лучших. В этом году первое место занял Максим Солонин, водолаз с огромным опытом, служивший на Тихоокеанском флоте. В распоряжении водолазов современное оборудование и снаряжение. Они обеспечены проводной и акустической видами связи. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.